Доброго всем дня. Сплел на гаечку небольшую кавказского типа для верховой езды. Легкая, тоненькая, не травмоопасная, как должна быть. Она темлячок здесь под палец на рукоятке такой с узелком. Здесь отверстие. Я сделал протянуто через рукоять. Сама рукоять 30 миллиметров, то есть 30 сантиметров длиной, диаметр 14. Здесь заказчик дал втулки серебряные с газырей, это от газырей. Вот так попросил оформить так рукоять. Сама деревяшка буковая, я ее маслом обработал, такой цвет получился темненький. Так, теперь плеть сырометная, сама 8 полос, плетеная косым плетением, внутри витень тоже сыромятный, шлепок в виде кусочка сыромятной кожи здесь примотаны. Эта петелька здесь сделана для того, чтобы вешать на гвоздь. Так вот, на гаечку. Здесь диаметр у нее 10 миллиметров, длина 40. Общая длина 70 сантиметров получается. Вот так вот ее берешь. Легкая, хорошая, как раз не мешать, и мешать не будет, и лошади не больно, можно ездить верхом. Все, всем спасибо, всем до свидания.